Сейчас некоторые вопросы по Йотэ-Торе, по захвату. Начнем с Йотэ-Торе, с его полуха. Да, с своего полуха. Да, здесь, да. В чем суть? А, соединяясь к шарагами, стена и действие идет по вертикали, как по лампасу. Да, по лампасу. Тогда нормально получается. Да. Да, даже если я так покажу. Теперь в этой ситуации возможно противодействие партнера. Значит, я делаю такую же технику, но я ножки буду разворачивать. Чтобы воспринять партнеру такие проходы, нужно делать как? Подмышки? Подмышки. Дальше теперь по самим захватам. Например, человек взял, и здесь он хорошо держит, да, а более-менее там подмышки у него свободны. Да. Здесь хорошо, да, вот, да, 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 а там, да, поэтому захват все, да, будет браться. Да, здесь хорошо, да, а там свободно. Второй вариант. Человек и все же перепостил все руки, как бы, да, но подмышки еще не собрал. Да. Поэтому мы можем такие еще. А теперь человек собрал еще подмышки. Итак, все. Куда? Не надо стремиться за формой, а надо соблюдать. Да. Как-то